Всем привет, друзья! Вы на канале TNT Fox. Вижу, вы соскучились за моими классными видосиками, набираете много лайков, как я прошу, поэтому сегодня для вас подготовил суперское видео. Смотрите, что у нас будет. Вот такая стиральная машина. Будем взрывать вот такую гранату. И очень много вот таких петард разных. Есть еще очень много всего. Давайте вам покажу. Смотрите, по вашим просьбам решил протестить много пиротехники. Смотрите, есть вот такой салют. Есть катюшка, ваша любимая, пулеметные ленты, связка, затестим различные розочки с разными эффектами. Еще такая пулеметная лента, даже запустим салют, и не один, а два, вот этот и вот этот, будет очень мощно. Вот такой крекинбол есть, большой, также постреляем римскими свечами по стиралке, будет эффектно. И вот такие дымовые мячики, ребят, и еще здесь вот. Есть такие розочки. Также есть много различных петард, так что скучать не придется. Давайте, ребятки, вот эти все петарды пока положим, не знаю, в сторону, чтобы они тут нам не мешали. Вот как всегда будем ложить здесь. Вот. Также, кто не видел предыдущее видео со стиралками, со взрывами, обязательно рекомендую подписаться на канал и зайти открыть вкладку все видео и найти те ролики. Мы взрывали такие же стиралки, было очень мощно. Взрывончики просто супер, ребят. Так что, кому это нравится, обязательно советую посмотреть и подписаться на канал. У меня канал про пиротехнику. Напоминаю, кто еще не знает, снимаю различные эксперименты, тесты провожу с петардами. Вот такие классные эксперименты делаю. Что ж, вот такое у нас сегодня есть. Постреляем. Ну, давайте, ребят, я знаю, как сделать. Возьмем римские свечи вот эти. Хочу, короче, их туда непосредственно в стиралку установить, вот эти пулеметные ленты побросать и пострелять туда римскими свечами. И надеюсь, мы попадем и будут классные взрывы внутри. Так, раскрываем. Так, и разлаживаем, так сказать, в разных местах, куда попадет огонек со свечи. И надеюсь, у нас получится поджечь ленты и будет суперский взрыв. Так, вот так. И вот так. Так, давайте вам покажу. Смотрите. Во. Отлично. Так. Вот такие у меня есть римские свечи классные. Magic Shots называется. Давайте постреляем 3 штуки и 3 штуки. Думаю, будет классно. С 3 штук мы, надеюсь, попадем. Так. Откроем здесь, чтобы удобно было поджечь фитиль. Так вот. Во. Берем. И поджигаем. Ух, как мы разбомбили, ребята. Круто получилось, так как и задумывал. Смотрите,
очень много дыма. Так, вот эти нам уже не понадобятся, бахнем их также в следующий раз. В следующем ролике давайте затестим дымовушки, хотя тут и так все дымит, смотрите. Вот это да. Дымовушки сейчас будем тоже бросать в разные места. Так, дымовушки у меня вот такие, Color Smoke Bells от фирмы Furor. Давайте их возьмем. Так, и будем думать, куда их забросить. Так, давайте две белых, чтобы был мощный дым. Вот так сюда. Попробуем закрыть, посмотрим, дымок будет или нет. Слабенько, вот так будет лучше. Ничего так раздымилось. Фух, мощно. Так, и давайте два внутрь стиралки. Так, есть контакт. Дальше. Что будем бросать? Давайте запустим Катюшу. Думаю, будет тоже очень хорошо. Так. Нужно избавиться от этикетки, упаковки вот этой. Так, Катюшка у нас на 25 выстрелов. Вот такой калибр. Думаю, такую все запускали. Большие, маленькие. Я не люблю большие, они очень дорого стоят и очень быстро срабатывают. Лучше купить намного больше вот таких маленьких и одноразово их запускать. Так, погнали. Вот это да. Задымели хорошо. Смотрите, сколько дыма. Хорошо, хорошее начало. Так, давайте закинем пулеметку, а потом вот такой крекинбол. Давайте пулеметку вот сюда как-то. Есть, взорвалась пулеметная лента. Ух. Вот это дымище. Так. Давайте дальше выберем что-нибудь. А, так. Ага, крекинбол мы хотели бахнуть. Так, вот думаю, где бы его туда забросить или лучше сюда. Посмотреть, как оно тут пробомбит все. Как думаете? Хотя тут еще есть отверстие. Лючок. Это, походу, слив стиралки. Да. Так, ну что, давайте... Не знаю, оно тут, наверное, спается, а я лучше тут взорву петарду. Давайте лучше сюда. Здесь будет получше. И закроем. Или нет, не будем закрывать, чтобы был классный эффект.
поджарили стиралку, смотрите. Отстирала она свое. Вот это да, там аж искры, ребят. Так, думаю, что дальше бахнет. Давайте вот такую гранатку закинем сюда. Получится, не? Блин, не получается выдернуть. Ребят, сейчас как-то возьму камеру. Погнали. Вот так закрыл. Сильно толстая не залазит. И слабенькая. Так. Давайте это все туда. Это назад. Вот так вот. Так. Освободили место для... Для чего-то. Для розочек. Давайте розочки разные позапускаем. Будет весело. Потом салютик затестим. Так. Будем, короче, по две брать. Две вот такие от кометы, две от золотого дракона, две от фии. Так. И две от фурора. От фурора, кстати, со взрывом. Очень мощные. Рекомендую, ребят, кто не взрывал от фурора, покупайте. Мощь. Так, ну что, погнали. Давайте по две. Посмотрим. Опача. Так, следующее не помню. С каким эффектом? Ну, давайте вот эти. Эти вроде без взрыва. Ух, белый дым. Так, вот эти, ну давайте протестим их. Так, а чё мы тут не взрываем? Давайте здесь. Капец, дымище конкретное. Все открылось, смотрите. Дымит ужасно. Так, мощная стиралка, так, давайте. Так, что мы хотели? А, салют. Салют бахнуть, думаю, будет интересно. Посмотрим же, как он сработает. Так, салютик, напоминаю, редкий. Вот такой гномик. Смотрите, вот такие раньше салютики были мелкие, но... Это бурак, к сожалению. Но бурак тоже классно работает. Ночью кто не видел, смотрите обязательно мои ролики ночные. Давайте же запустим его. Ох, сейчас рванет. Вы это видели, ребята? Стиралка как будто бы ожила, сама открывалась, короче. Вот это да!
Смотрите, как тут шмалит. Отойду подальше. Вот это салют мощно справился со своей задачей. Так, давайте повзрываем каких-то слабеньких петард. Посмотрим, как они срабатывают. Надеюсь, мы не оторвем то стекло, но зато взорвем потом больших петард там. Думаю, будет интересно. Так. Вот таких взял для начала. Думаю, будет весело. Так. Давайте вот первое закинем. Приготовилась. О! Вот это да. Смотрите. Вот, ребята, так рванул. Смотрите, взялся за фитиль и немножко прожгло. И там, видите, даже палец прижгло немного. Поэтому, ребятки, не балуйтесь с пиротехникой, лучше смотрите, как делаю это я. Подписались на канал и смотрите классные видосы. Так, ну, давайте что-нибудь-то взорвем. Так, двойной жук, например. Так, жук так сработал, что даже не открылась дверца. Давайте побросаем туда Корсаров 4 разных. Смотрите, сразу 3. Мощная дверца. Так. Берем следующую партию. Давайте дальше что-нибудь взорвем. Так, дымный корсар. Вот эти все приколюхи. И будем приступать к мощным петардам. Слабенько что-то взрывается или просто дверка еще мощная, хорошо держит. Ого, вот это рубануло. Так, закинем туда гром. Теперь P150. Ну что, настало время взорвать сверху каких-то две петарды. Так, что мы туда засунем? Давайте. Давайте одну петарду туда, одну внутрь, блин, например. Будет весело и мощно. Так. Вот так вот. А туда блиц. Так. Беру камеру. Поудобней. Ну что, погнали. Так. Thank you.
что получилось комбо. Смотрите. Уже запчасть отлетела. Это уже хорошо. Так, сюда. Смотрим. Вверх снял. Думаю, еще можно будет бахнуть. Так, установим еще раз вверх. И забросим туда. Что там мощное. Так. Давайте вот эти. Red Devil. Как-то туда закину. Шибануло хорошо. Смотрите, аж вперед. Чуть ли не оторвался. Так, давайте будем бросать уже что-то помощнее. Так. И сам барабан. Здесь у меня получится. Так, давайте бахнем Корсар 12 и Корсар 16 по старинке. Сразу две. Только как их поджечь, ребят? Чтобы вам снять. Давайте я пока поставлю штаки тут. Вот так буду делать. И вам будет видно. Во. Берем Корсар 16 и Корсар 12. 16 закинем сюда, а 12 туда наверх. Ну что, погнали. Что-то я перепутал, походу, но нарвануло хорошо. Смотрите. Оторвал этот круг. Так, круг в сторону. Смотрите, вот это тут был взрыв. Блин, по-моему, еще так не взрывались петарды со стиралками. Сразу оторвало целую бочину. Смотрите, с мясом тут вырвало. Все крепления прям, смотрите, по швам. Кто спрашивает, насколько мощные петарды, вот вам ответ. Смотрите, даже зад оторвало. Вот так вот. Сейчас я ее чуть-чуть поравняю и будем еще взрывать. Так, вот сложил немножечко. Давайте накроем. Еще закинем. Чтобы были хорошие взрывы. Так, ну теперь... Ага, подождите, у меня еще есть в кармане очень много. Будем вот так забрасывать. Сразу по две, короче. Так. Опять она расщепилась. Бахнуть вот эту доску просто петардой, ребят. Сейчас я так и сделаю, это у меня набесит. Давайте что-то мощное, например, бигбум. Убегаем далеко.
Вот это да! Смотрите, и даже здесь на дереве, опа, кусок. Придется потом поубирать, все вот это разлетелось далеко. Так, смотрим, здесь можно забросить пару больших петард, например, робос и бомбу вот такой. Где-то тут фитиль спрятался. О. Может сюда запнуть. О, блин, не лазит. Что делать, ребят? Вот так вот. Берем. Дымище. Фух. Блин, она такая тяжелая, капец. Не знаю, как ее там взрывать. Сам барабан как-то бросить или что? Сейчас придумаем. Так, положим здесь петарду и накроем стиралкой. Давайте. Давайте положим Black Tiger. Так, вот так вот, наверное. Да? Ну-ка. Да, пойдет. Блин, зараза. Не взорвался, что делать, ребят? Придется немножко подождать, пока поубираю вот этот мусор вокруг. Подождем, не будем сразу подходить. Так, пособирали тут немножко. Давайте посмотрим, что тут. Так, вот он не взорвался в сторону. Давайте. Так, Ахтун тоже может не взорваться. Давайте надежный Биг Джамбо на его место. Вот так вот. Берем зажигалку. Есть взрыв. Так. Посмотрим, что тут у нас. Вот так вот. Блин, даже не знаю, как взорвать тот барабан, чтобы оно все разлетелось. Уже просто расщепило корпус. Смотрите. Давайте еще в саму стиралку закинем внутрь. Так. Например, две вот этих. Так, одна не сработала. Блин, я хотел бы здесь с римской свечи шмальнуть, но, ребят, не хочу с рук стрелять, поскольку это опасно. Но давайте ради вас, так и быть, стрельну. Так,
Поджигаем. Все, ребята, справился я со своей задачей. Бахнул салют. Даже наушники, ребята, одел. Правда, не очень слышно, но ради вас. Один раз я туда попал и рвануло здесь смачно, смотрите. Так что обязательно поставьте лайк, смотрите. Вот, попадание. Пробило барабан. Ну, не знаю, это, наверное, после петарды, хотя все возможно. Ребят, но все-таки я попал для вас. Было очень классно. Так, давайте еще. Так, тонкие петарды давайте засунем как-то, не знаю, сюда. Установим, пробьем эту дырку. И будет большая дыра. Так, одевай наушники и погнали. Есть взрыв. Так, закинем туда вот эту петарду Crazy Robots. Очень мощно. Так, давайте попробуем Ахтунг тоже туда. Шибануло, ничего так. В принципе, можно сверху побросать. С этой стороны не получится. А вот с этой как раз то, что надо. Смотрите, сюда можно маленькую петарду закинуть. Давайте выберем. Так. Black Devil. Или FP3. Блин, главное туда не уронить, а то это будет фиаско. Блин, а как ее туда засунуть? Точнее, чем? Давайте рымскую свечу возьмем. Так, положу здесь римку, чтобы сразу пропихнуть петарду. Опа! Ну, в принципе, я не вижу повреждений особых, барабан чуть-чуть отошел, но вряд ли мы что-то с ним сделаем. Давайте лучше туда побросаем разных петард мощных. Ой, и думаю, будет интересно. Так.
смотрю. Ну-ка. Заглянем с этой стороны. Блин, барабан так хорошо держится. Даже не знаю, чем его взорвать вот здесь. Давайте вот здесь как-то запхнем петарду какую-то и попробуем расширить и взорвем большую. Так, самые тонкие вот эти P23. Так, есть. Сейчас одену на уши. Вот она. Смотрите, как выгнало. Можно, кстати, вот туда закинуть еще петарду. Так, динамит туда не влезет. Было бы хорошо. Ах, зараза, не влазит. Может, вот так? Вот так поместится. О, смотрите, как хорошо стал. Прям туда. Так, одеваю наушники. Поехали. Мощный взрыв. Смотрите, как там рвануло. Так, и давайте последнюю петарду где-то бахнем. Будем заканчивать. А то мы это точно не разорвем. Здесь смотрите, как все приделано. Что-то очень мощная попалась стиралка. Давайте просто вот так вот. Тоже, ребят, вот такой ролик получился. Смотрите, набомбили мы и петарды, и салюты, и салюта стреляли с рук. Вообще просто мощно получилось. Думаю, мы ее хорошенько разделали. Смотрите, какая здесь дыра. Во. Расходилось все. Также обязательно посмотрите предыдущие ролики со стиралками. Было очень круто, очень весело. И мощные супер взрывы. Так. Как бы здесь еще... Давайте... Напоследок, ребят, для вас, так и быть, сейчас найду Corsair 16, еще один. Вот, нашел, ребят, Corsair 16. Мне, в принципе, не жалко позрывать здесь еще больших петард, но, в принципе, я не вижу здесь, что можно такого позрывать, поскольку, куда бы я ни бросил, петарда просто, видите, на открытом воздухе взрывается, ничего здесь не будет. Вот это, наверное, последнее место, где можно будет как-то взорвать, не знаю. Сейчас как-то внедрять будем туда, вот, вот сюда, чтобы отлетел хотя бы... этот вперед. Так, я, наверное, так туда и заброшу, а вы посмотрите классный взрыв, поскольку, ребят, реально трата петард на пустой взрыв — это не очень хорошо. Я лучше, вы наберете быстро лайки, лучше найду еще стиралку и еще повзрываем этими мощными петардами, чтобы зря их не тратить. Ну что, надеваю наушники и будем начинать, ребят. Сейчас будет очень мощно. Так что приготовьтесь. Все, ребят, это максимальное, что я мог сделать с этой стиралкой. Смотрите, просто по максимуму ее расщепила. Во, все, уже негде взрывать. Давайте я даже положу, чтобы вам было видно, хотя она очень тяжелая, что не хочет переворачиваться. Вот так вот, короче, обойду со всех сторон.
Взрывали мы ее хорошо. Обязательно смотрите предыдущие взрывы. Было все очень круто, ребят. Также советуйте, какие петарды еще повзрываются следующими стиралками. Набираем 20 тысяч лайков, ребят, по-быстрому. Как можно быстрее. И будем взрывать дальше какую-то стиралку, холодильник, бойлер. Короче, что-то такое интересное. То, что вам понравится, напишите в комментарии, то и будем взрывать. А также, ребят, предложите, какие мощные петарды брать. Видите, я уже стараюсь маленьких не брать, только вначале так побаловаться, а уже дозревать очень много больших петард беру, больших. Поэтому, ребятки, поддержите канал. Набираем быстро 20 тысяч лайков и иду взрывать сразу следующую стиралку или какой-то другой предмет, технику, которую вы захотите. Набираем 100 тысяч лайков, ребят, и я покупаю машину. Я обещал в предыдущем ролике. Набирается 100к лайков и иду покупать какую-то дешевую машину. И все же хотят увидеть такой взрыв, что будет, какие-то эксперименты будем проводить в машине. Думаю, будет очень интересно, поэтому давайте. Не скупитесь, ребят, набираем на этом ролике 100 тысяч лайков и иду покупать машину. Что ж, вот такие взрывы были. Надеюсь, видос вам понравился. Обязательно подпишитесь на канал, кто еще не подписан. Также подпишитесь на второй канал. На него ссылочка будет вот здесь. На нем также выходят классные видео с пиротехникой, как и здесь. Поэтому, ребятки, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить таких новых интересных видео. Думаю, взрывы всем понравились. Поддерживайте канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Подписывайтесь еще раз на канал, подписывайтесь на второй канал. Смотрите также здесь 4 видео, они тоже классные, может быть, вы их еще не видели. С вами был ТНТ Фокс. Всех люблю, целую, ребят. Жду вас в следующих видео. Вы мои лучшие подписчики. И с вами мне очень весело и люблю взрывать такие предметы для вас. И баловаться пиротехникой. Пока-пока, ребят, до новых встреч.